Всем привет! С вами Елизавета. Дорогие друзья, давайте с вами изготовим вот такую вот красоту. Давайте сделаем из кленовых листьев красивую корону. Из этого волшебного материала получается вот такая вот классная корона. Для этого нам нужны сами листочки и ножницы. Берем листочки и отрезаем у них черенки вот таким вот образом. Вот я уже подготовила листочки. От ножек листьев отрезала толстые кончики. Листочки у нас готовы. Затем берем листочек. Изгибаем параллельно центральные жилья на расстоянии около 1 сантиметра от нее. Вот это у нас центральная жила. А затем второй лист пришиваем стежками к первому вдоль этой жилы. Вот так вот. Достаточно двух стежков. Второй лист подгибаем по уровню изгиба первого листа. Вот так вот. Повторяем процесс с третьим листом. Затем с четвертым листом. Повторяем с последующими листами. В итоге у нас получается вот такая вот красивая лента. Это лицевая сторона, это изнаночная. С изнаночной стороны мы удаляем лишнее. Вот это вот отрезаем, вот эти части. Такие вот длинные отрезаем. В итоге вот что у нас получилось с изнаночной стороны, а это с лицевой стороны. С лицевой стороны получается очень красивая лента, почти орденская. Длину этой ленты мы подбираем по подходящей голове. Последний
Листочек последней плодоножкой по той же схеме закрепляем в кольцо. Вот так вот. Вот наша корона готова. Корона для принца или принцессы. Получается вот такая вот классная корона. Такую корону можно водрузить на голову и насладиться осенней сказкой. Думаю, что такая корона прекрасно подойдет к любому осеннему празднику. Интересно получится? Попробуйте вместе с детьми. Им точно понравится. Творческих вам успехов! До новых видео! Всем пока-пока! Всем пока-пока!